Перед просмотром хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал. Родители Никиты Зайцева стали участниками передачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, где осудили действия своей бывшей невестки Маргариты. Зайцев и его бывшая супруга оспаривают родительские права на их детей. Ранее Маргарита сама выступила в передаче популярного телеведущего, заявив, что Никита вместе со своим отцом и неизвестным ей человеком отобрал у нее дочерей на улице 23 ноября. С тех пор она не видела своих детей. По словам девушки, ей отказывают как во встречах, так и в разговорах с дочками, а также угрожают. Как заявляют родители Никиты Зайцева, в детстве Маргариту отправили учиться в Лондон, но ее пришлось в итоге отзывать оттуда. Она начала заниматься групповым сексом. И это все выкладывалось в соцсети. Я не знаю, как нашей семье отмыться от этого человека. Реально опасно оставлять с ней детей. Она их этими губами целует, может и заразить. Это же реально опасно. Дети берут ножницы, отстригают друг другу волосы. Она не следит за детьми. Они в 8 просыпаются, она в 11. Все, что угодно может быть. Я согласна, возможно, ее нельзя лишать материнских прав. Но доверять ей детей очень опасно. Старшая девочка просто боится свою маму. У нее бывали приступы агрессии. Для меня это не девушка и не мать. Это девушка легкого поведения, скажу мягко. В этой овечке, которая строит из себя невинную жертву, живет монстр, сказала Елена Зайцева в эфире шоу у Андрея Малахова. Игорь Зайцев поддержал супругу, рассказав о других деталях разгульного образа жизни Маргариты. Количество ребят, которых она меняла, огромное. Она писала, что все это для нее огромный опыт. Зашкаливающее количество алкоголя, травм и эмоций. Это она писала в 14-летнем возрасте, сказал в эфире отец Зайцева. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал.